подошел помощник директора ко мне, я сидел в бухгалтерии. Подошел ко мне помощник директора, и он говорит: Ваня, Тонский, вы знаете, как бывает, вот, когда тебе что-то хотят сделать, какой-то сюрприз, что-то хорошее, там, вот, говорят, танцуй. Вы знаете, я встал в простоте так и начал танцевать. То есть сделали какие-то танцевальные движения. В это время в бухгалтерии сидели бухгалтера наши, женщины. Знаете, реакция одной женщины-бухгалтера была такая. Она смотрела, потом приоткрыла рот, замолчала, потом говорит: подожди, я включу музыку. Поэтому на самом деле, знаете, мы должны быть готовыми всегда вот так вот, в любой момент радоваться всему, что то есть приходит. Знаете, и радоваться тем, что рядом с вами есть дорогие вам любимые люди. И, ребят, сейчас я хочу пригласить вас посмотреть одно видео. Я попрошу ребят за пультом подготовить видео Томаса Менендеса. Значит, сейчас мы посмотрим о человеке в видео, который...